Ну вот, Юпитер в оппозиции. Господи, Юпитер, Сатурн, конечно, в оппозиции. 00:01 10 июля в Харькове. Поймал я наконец-таки просвет в облаках. И вот такая красота. Практически максимально высоко в небо поднялся Сатурн. На 17 градусов над горизонтом. Ну, если долго мучиться, что-нибудь получится. В 01:00 наконец-то какой-то вменяемый результат. Дымка, конечно. Сильно портит картину. Облака. Какая там дымка. Ну, по-моему, это лучший вариант. Из 3 дублей. Пару сделал в 10:00 вечера. Бежал. Ну, чтобы было понятно, в каких условиях снимается. Вон как у нас выглядит Луна. Практически сплошная облачность. Можно тоже попробовать и Юпитер поймать. Ну ладненько, будем пробовать еще.